Привет, YouTube, привет подписчикам, зрителям канала Technics Reviews. Сегодня я хочу показать обзор своей донной косы. Ну, кто как называет, можно называть грабли для удаления водорослей вместе ловли рыбы. Сегодня мы находимся на красивой саге, но, как видим, от берега она заросшая травой. То есть, если ловить здесь на поплавочную удочку, то будут постоянные зацепы. Поэтому я приехал с косой, хочу сделать обзор и показать, как она работает. К сожалению, я без штатива, поэтому буду стараться как-то показывать. Ну, во-первых, имеется веревка. У веревки на одном конце есть карабин, который фиксируется закруткой гайкой. С другой стороны веревки завязана страховочная петля для того, чтобы одеть на ногу или зацепить за колышек при забросе, для того, чтобы не улетело все вместе далеко. И вот, собственно, теперь я достаю саму косу. Вот она. Я ее не придумал в интернете, я видел разные конструкции. Но моя конструкция такая. Взята пластина, вернее не пластина, а полоса. Из полосы вырезаны три длинные части. На задней наварена ручка. Я покажу тоже, зачем она. Здесь соединено на винтах. А третье, для того, чтобы складывалось, закрепляется на карабин. То есть сейчас вот так вот. Вот я соединил карабином свободные концы и закручиваю фиксирующую гайку. Вот это рабочее положение донной косы. Ну, а теперь будем смотреть, как она работает. Теперь для фиксации одеваем его.
так вот работает дома косяк. Два заноса. Вот такая куча. Одно освобождено, теперь можно спокойно забраться.